пошли тоже. Да. Так. Ну, трое есть. Я еще говорю, не разобрался из командной этих. Я же предупреждал, что я тут немножко не в курсе. Никас. Что надо? Не, не, нету, я не смогу сделать. Извини, это что-то это запарился, пока думал, как это сделать, и время прошло. Да. Ну пока. У нас Арсенал забрали. Так, они пытаются у нас командный центр отжать. Нам замена нужна. Ну, сейчас мы заправку возьмем. А чё, почему у нас нет перемещения? Вы ничего не захватили, что ли? Захватываем. Долго. Отжали у нас командный. И заправку отжали. Ближе к командному центру перемещаться. Нас опять
Командный забрали. Защитная башня, которая в нижнем квадрате, ближнем, заглючила, так же, как в прошлом. Короче, вроде как наша, но зайти в нее не получается. Он прикол, у меня гарнизон там. Ну, пусть там будет. Здесь дают занять. На защитную башню тут доктор направился. Там никого нет, пустая. Да, ну. Захватывай. Сына все равно такой. Да. Да вроде все спокойненько. Принято. Ну, отбили. Ну, пока стоим, они заправку оттачат. Ну, в смысле, заправка ихняя, а мы туда и вторыми. Первый держим.
Пока мы у них все забрали. Так, они у нас отжимают по ходу дела. Да, командный центр на четвертом, четвертая группа отжимает четвертой метки. Кто-то не понял, что телепортироваться надо. Ну, наши на базе стоят, не телепортируются. Так, заправку на четвертый нижний квадрат, ближний забрали тоже. Но пока никто не атакует. Забираем эти боеприпасы. Так, сейчас вернем. Так. Заправку забрали. Так, командный центр опять отжали. Четвертый отряд. Помочь с арсеналом. Я не знаю, я уже устал писать. У меня Кенни пришел. И есть 315, они здесь.
Они хорошо прям в арсенале сели. Да. Опять отжали командный центр. Или это глюк какой-то, я не пойму просто. У меня там что-то, не знаю, не могу понять. А, у меня даже атака не получается, на него не проходит. Вообще не глючит конкретно. Я не могу послать в гарнизон, у меня нет кнопки. Что с Энкой делать? Нет. Да, посредственно, с переменным успехом. Есть, да, домой. Принято. Нет. Сейчас.
Сейчас я подойдет отряд. Куда же тут можно телепортироваться? Там тут все красное. Короче, ниже левый квадрат, арсенал, короче, вернее, защитная башня и командный центр заглюченный. Не атаковать ничего невозможно с ними сделать. И они, видать, принадлежат. Не можем даже телепортнуться в этом кубе квадрате. Третьему даже не могу телепортнуться. Пишет, что не... А, вот сейчас могу. У меня Волга в гарнизоне, я не знаю, какая это группа. Ой, они нас хорошо, прям, ой, хорошо дали нам. В Дискорде. Пусть сменит отряд. Ой, какой хороший сменил. Да. Я пробовал писать. А на центр нижней отжали. Не выходит, я вот говорю, с этим проблема. Не разобрался в этих, как написать им. А, вот, сейчас разобрался, сейчас.
А что там на нашей территории? Здания не берут нормально? Красные. А, не посылается, да, ничего? Да, там зависло, что заглючило. Ну, вроде как им тоже не принадлежит это, потому что они, видишь, они туда телепортнулись бы давно уже, а их там нету. Капец, я нажимаю на мой командный центр, а у меня в гарнизоне вообще другие воины стоят. Вообще не с моей группы, ни меня там нету. Арсенал забрали. И командный центр нижний. Все, забрали обратно командный центр. С Арсеналом. Нет. На нижний квадрат четвертый ты не сделаешь. Он не... У нас все... на нижнюю сторону все забрали. Сейчас я первый отряд пошлю. Команду центр тоже сейчас возьмем. Ну, наверное. Да, 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 да. Блин, команд центр потеряли. Так, репортнуло нас. Где?
ребята помогу. Так, вроде как забрали командный центр. У меня почему-то пишут, да, все, забрали. Я в гарнизоне. Да, конечно. Третий командный центр, желательно подкрепление в гарнизон. Что-то там слабенько. Запасных отрядов вообще там нет. Да. Так, еще расскажи, куда? Отзываю. Хорошо. Их отбросило, да? Что за глюки какие-то вообще? Я теперь телепортнуться не могу вообще. Ну вот к третьему то, что мы сейчас это забрали. Все, получилось. Арсенал наш. Не, я снял свой, у меня там дух. Блин, у меня энки почему-то нету.
Не атакует его, вообще не получается атаковать его, четвертую метку. Вообще отправляешь вот два, вот этот командный центр и защитная башня. Нереально его атаковать. Вот отправляешь отряд в атаку, ни хрена он не хочет. Так, мастерскую четвертая метка отжимают. Да, там. Grab your weapons. Start incoming. Да. Ну, ну на любом случае еще 13 миллионов очков надо. Да, тормозит вообще конкретно. Так, у четвертого и третьего отряда мастерскую отбили. Нижний правый угол. Так, Айр, это Фриз, пусть меняет с командного центра гарнизон. Не знаю, какой отряд. Фриз, так, Кенни. Ну, мне кажется, Кенни такая армия есть у него.
На третью метку вообще там нет никого в зоне. И просто отзови. Иду туда. Вернуть гарнизон. Ман-центр. Нижний правый угол. Все, энергия кончилась у меня. Арсенал отбили. У меня гарнизон ушел. Так, на метку 3 нужно больше гарнизона, там нет никого, все, отбили, по ходу дела. Командный центр, нужно больше в гарнизон подкрепления. Запасных там один все сидит, ну все, пополнили уже. Мастерскую забрали. Нижнюю.
они начали наших атаковать. Самое главное, чтобы не обнулили и не это, телепортнули. Got incoming. Отбивать. Да, прозевали. Сейчас. Нет, не надо расслабляться. Там на больничку. Мастерская. А, все. Захаров пусть снимает с командного центра гарнизон, нижний, третья метка. Вот, и нужно туда подкрепление, на всякий случай. Там всего трое. Этот раз тяжелее чуть-чуть было. Все красавцы. Ну да. Ну да, я в какой-то момент, ну, поначалу нам вообще тяжко было. Я думал, проиграем. У меня тоже такая мысль проскочила. Они, наверное, чуть позже будут. Нет, пришли. А, нет, сразу, да.
По медалям также мне упало. А, но обновление ж еще не вышло, оно на рассмотрение еще. Скажу им спасибо за проигрыш. Все, давайте вечером созвонимся, поговорим, мне на работу надо. Все, да, я пойду по магазину, а то у меня жена сумки таскает, пока я в машине играю.